Сейчас я покажу вам, как мы убили крота. Крот. Обойдется. Кроты – это такие страшные создания, которые бурлят огород. Да-да, я, конечно, не Дроздов, но только учусь. Хотя тоже могла бы быть Дроздовым и Дроздовым. В общем, бедный крот. Но он... Нам взбурлил весь огород, так что огородники всего мира, объединяйтесь и убивайте это милое создание. Но мы думали сначала, что это землеройка, но она вроде бы на Кубани не должна жить, по идее. А мы-то думали, это милая землеройка, но слава богу, нет. Это всего лишь крот. В общем, бедный-бедный крот. И посмотрите, какие передние... Вот эти мерзкие лапки у него. Большие, а задние маленькие. Ну, в общем, я небольшой специалист по кротам. Но, в общем, вот. Так что ждите, пока он где-то забурлит землю. И сразу в нее лопату убивайте его. Потому что ваша земля и так настрадается. И он все ваши растения уничтожит. И да, здесь что это? Кажется, тыква или дыня пытается прорасти, но мы это, конечно же, не едим. Так что, в общем, вот, все любители, всем любителям мертвой живности посвящается. Ну, а я, пожалуй, буду собираться и, наверное, поеду в Краснодар на 9 мая. Кому интересно, что там интересного я обнаружила, оставайтесь со мной. Ну вот, приятный запах еще хвойный. Боже, туя. Ну, в общем, туя, наверное, да. За 5-6 лет вот такая у вас вырастет замечательная туйка. Супер семенами. Здесь любят селиться пауки. В общем, вот она, сельская жизнь. Еще дубки покажу, парочку. Ну, думаю, видно. Вот. Простите, нет. Ну вот, значит, там дубок. И там через много-много лет, я надеюсь, вырастут могучие дубы. Но этого мы уже не увидим. Ну и, наверное, поеду я все. Хватит про огород рассказывать. И вот еще, что мы посадили с мамой общими усилиями. Так что, в общем, приятных огородных будней. В общем, я решила... немного по-другому видео свое построить. Вот это я купила праймер. Смешбокс. Фотофиниш. Масляный праймер. Вот посмотрите, я два раза использовала. И вот сколько я потратила. Немного нет фокуса, но, в общем, вот он полностью из масел состоит. Практически никакой химии, даже вот здесь в составе можно прочитать. Я состав покажу, чтобы вы прочли, где тут на русском. Ну, в общем, кто знает английский, не составит труда прочитать ингредиенты. Кстати, куплен был он в Озмоле. Цену я укажу потом. В общем, что этот замечательный делает праймер? Он дает усаживаться макияжу лучше. И можно, написано, что его наносить как днем, так и вечером. По капле или по две на ладони. Растереть, но не до полного впитывания, естественно. И прихлопывающими движениями к лицу прикасаться.
Он не оставляет жирной пленки, быстро высыхает, и уже через 5-7 секунд вы его не чувствуете на лице. У меня много праймеров от Smashbox было. Какие-то, кажется, увлажняющие. Почти все, кроме затирки, пор и нового. Немного спонтанно, ну что я могу сказать? Очень мне понравился праймер. Но вы знаете, кажется, он не очень экономично будет расходоваться. Кажется, один из блогеров показывал видео, что он использовал на моделях 2-3 раза. И довольно-таки успешно масло исчезает. Но я думаю, для своей цены достаточно недорогой. Этого масла должно хватить надолго при экономном использовании. И даже можно делиться с соседями. В общем, вот такое маслице. Наверное, я расскажу в этом видео. А на 9 мая я сниму отдельное видео. В общем, супер масляный праймер. Всем его советую. Очень удобная пипеточка. И вот здесь набирается и что можно сказать? Я прямо сегодня заговариваюсь. Если вы купите, вы не пожалеете. Даже у Наталины Makeup Artist Moa, то есть есть он, насколько я помню. А я завтра перед Днем Победы пойду на маникюр 2 часа. Покажу вам, какой я лак с собой возьму. Кстати, я давно в поиске хорошего красного лака. Если кто знает, напишите мне внизу в комментарии. Ну, я думаю, все знают, как он выглядит, и в магазине найдут без проблем на стенде Smashbox. Ну что же, давайте буду заканчивать свои разглагольствования. И мы увидимся с вами чуть-чуть позже. Привет всем любителям прогулок. Вот такой на мне костюм, спортивная эскада, штаны Элька, куртка XL. Очень удобный. И такая вот маечка со Сваровски вот здесь. Эскада. Ну, это эскада спорт. Думаю, кто часто бывает в Европе, может найти там все без проблем. Давайте я немножко отойду подальше. Уж не совсем хорошо видно, но в общем вот так. А сейчас мы отправляемся в Эвер путешествий. Добрый вечер, уважаемые земляки. Сегодня мы по нашей доброй многолетней традиции
проводим вот такую акцию «Молодость можно». И особенно приятно видеть, что большинство здесь на площади – это молодые люди, это школьники, студенты. Я бы хотел в первую очередь обратиться к ним. Дорогие ребята, главное, что мы с вами должны помнить, что мы потомки победителей. Именно наши деды и прадеды смогли победить в самой страшной в истории человечества войне. И мы с вами должны быть достойны им. Должны делать нашу Родину сильной, независимой и быть едиными. И только тогда мы сможем отстоять ее в любой ситуации. Дорогие друзья, приближается наш самый главный святой праздник. Защиты вас от имени... Фу. Мой любимый запах красочки такой, чтоб шибануло по-настоящему. По каким-то, наверное, составам, чтобы схватывалось. Чтобы не быстро стиралось, я так думаю. Ох, как... А тут он дождь был. На машине капли. Мы идем домой. Ой, Катерина Владимировна, ну что ваша кошка нашла? Так и нету до сих пор? Ай-яй-яй, соседи спрашивала. И что говорят, никто ничего не видел, да? Долг родине отдали, все. Чего-чего? Не, не хочу. Ты что? Я вчера в пятницу, вернее, разгребла стол практически. Осталось у меня 4 вещи или 5. А вчера мне после до обеда, до 2 часов, мне вчера.